Здорово всем, ребята, с вами Рязан, и я играю в Counter-Strike Nixon Zombies. Такая вот игра вышла. Я первый раз зашел, и мы играем на карте Assault. Классическая карта из 1.6. Вообще, это классический... О, нихера себе! Нихера себе, зомбари вылезли! Ёб твою мать! Пошли нахер! Мать твою, это было мощно. Я только появился, и тут же зомби. Что за хрень? Так, ладно, давайте будем разбираться в этой игре. У нас есть, судя по всему... Вау! Что это за шлюшка тут у нас бегает? Зомби-шлюшка. Так, если я нажимаю G, у нас, типа, ускорение. Вау! Еще у меня 3484 хп и 438 брони. Это очень много. Так, закрысился один, да, наверху. Но ему не спрятаться от нас, ведь мы зомби. Давай, я тебя под... Вы видели, у него были красные трусики? Чувак, беги. Сколько осталось людей? А, еще много. Блин, почему я появился рядом с теми, которые стали зомби? Ну, это нечестно. Ну ладно, за зомби мы поиграем, геймплей. Они, походу, у нас в этом... Вентиляция. Да. Классическая нычка. Я играл еще, помню, и в 1.6 зомби режим, и в этот, как его, и в КСС. Помните, где были такие фиолетовые зомби? Господи, это прям вообще изи быстро все произошло. Вот это игра. Так, окей, let's go. Винтовка. Господи, я просто первый раз играю, поэтому... 10, 9, 8, 7. Короче, мы предыдущее оружие купили, и все. Так, а вот я. Уху себе взял. Фига себе там замес. Ну-ка, гранатку туда. Получи, паскуда. Воу-воу-воу, что-то их тут очень много. Не-не-не-не-не, слушай. А, они заружают на один удар. Ничего себе. Блин, надо было вот с этими пацанами засесть. Так, тихо. Блин, тут надо... О. Так, что за... what the fuck, что я вызвал? Иди нахрен. Какая-то менюшка появилась. Господи, манать тут зомбарей. Игра вообще обалденская, судя по всему. Надо разбираться в ней. Если вам понравится выпуск, то я обязательно буду снимать еще и еще. Так, тихо, да хорош! Мне 700 хп, надо что-то делать. Надо, короче, к ним залезть, ребята. Так и английскую говорить. Они на улице, ребята, надо их жрать. Я ни черта не слышу, что говорит тот мужик. Надо потише сделать. Господи. Как же здесь все громко, ребята. О, громкость получения голоса. И на клавиатуре. У меня всегда я ставил себе не на Q английскую, а... Это далеко слишком. Ну, на мышке нельзя. Я не знаю, на какую. Давайте на T. T, я думаю, не занят в этой игре. Так, предыдущее оружие купить. И давайте наверх залезем. Все, побежали. Такие вот скоротечные раунды. Чё он там говорит? Так, кто-то из нас... Да он так и знал, что зомби! Так, быстрее наверх. Не-н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 е, сука. Черт возьми. Да. Вот это охеренчик. Ну, всего 6 осталось людей. Жесть. А, нет, 10 осталось. Ну, зомби очень быстро распространяются. И, блин, тут вообще людям никак не выжить. По крайней мере, на этой карте очень тяжело. Иди ко мне. У тебя кончатся патроны, и я тебя сожру. Все, отлично.
Слушайте, а крутая игра, мне нравится. Мне вообще нравились всегда такие игры. Я часто играл в зомби-режимы там различные в контре. И на пиратке, и на лицухе потом, когда в стиме купил самую первую КС-очку. Ого, ну-ка. Вау, она прикрывается. Она плачет, это ведьма. Из этого Left 4 Dead. Только версия Nixon Zombies. Найти у нас была покраска. О, господи. С тобой все в порядке? А, там сверху один. Они в это, вентиляция. Ой, мать твою, здрасте. О, гляньте, зомби откинулся. Ха-ха, в текстуре сдох. А, их сзади. Нет. Тихо. Здорово. Не-не-не, ты куда? Я не хочу убирать. Господи, это зомби? По-моему, это просто обычный ниггер. Так, кто у нас смелый? Кто пойдет отжирать, ребята? Здорово. Блин, как-то надо что-то делать с ними. Ладно, пошли. Давайте, братья зомби, умрем за нашу нацию. Сука, паскуды. А-а-а, я умер. Что там по счету вообще? Счет 2, количество убийств 3. Я разве кого-то убивал? Сколько раз меня убили? Вау, люди выиграли. Так, короче, надо в кишку лезть. Самое охрененное место. Так, лол. Я не купил патроны. Ноу. Так, би-би-би-би-би. Где закуп? А, черт с ним. О, господи. Зомби атакуют. Так, я буду сзади прикрывать. О, господи. Они идут! Стреляйте! Я не знаю, простреливаю через своих. Давайте наверх залезем, ребят. Ах ты, сука! Сзади подошли. Так. Тут никого. Черт возьми, он подкрался сзади очень незаметно. Так, тихо ты, спустись. О! Так, надо их доставать. Сюрприз, мазафака! О, еще один. А, это же негр. Иди к бабочке! Есть! Слушайте, а за зомби тоже здорово играть, так что если должны... И мы превращаемся в зомби... Ничего страшного. И последний! Excellent, yeah! Нет, последний, еще один выжил. Где-то прячется эта тварь. Ну, для нас он тварь, конечно. А для нормальных людей он просто мужик какой-то. Так, тут у нас, я понял, можно... О, победа зомби. Крутотенечка. Ладно, давайте еще раз на этой карте. Ой-ой-ой, так. А на что закуп в этой игре вообще? Стандартный набей. Ребята, на что закуп? Ладно, черт с ним. А, во. Вау, нифига себе, у меня какая штука есть. Бэмс! Так, у меня такая снайперка мощная. О, это толстяк из Left 4 Dead. Так, морали нам дали буст. Надо пацанам помочь. Бамс! Еще с подствольничка. Опа!
Блин, игра охрененная, ребята, все, короче, играем. Не, ну я думаю, этот раунд мы стрем, походу. У этого вообще какой-то бочонок на спине. Мать твою мать за ногу! Ох ты, я обосрался. Да чё ты? Йоу, нига, мазафака. Ты чё своих с района бьёшь? Он в машине. Какая-то аура странная. Так, вообще, ну-ка. Ребятки, первое знакомство, я решил так записать. Обычно я играю в игру, там, час, допустим, потом заливаю выпуск, да? А здесь я решил залить прям вообще первый смотр самый, где я разбираюсь. Так, тык-тык-тык, прыжок, сесть, стрейф-блокировка, что у меня? Что за стрейф-блокировка? Господи, где стандартная биз купить? Я не знаю, пробел прыгнуть. Это ж контра! В следующем раунде за мной два человека, чувак пишет. Они вентиляции засели, походу. Ну тут они походу выиграют, потому что времени мало, ноги эти мешаются. Тихо, тихо, сука, давай! Вот ведь... Ну вот почти, почти. А. Короче, надо засесть вот, вот в этой вентиляции. И там за... окопаться. Ого. Толстяк. О, люди выиграли. Видите, если у них получается там спрятаться, тут чистый рандом. Чаще всего. И побежали туда, короче. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Отлично. Мы успели. Так, давайте здесь посидим. Фига себе, у него пуха. Ну-ка, зацени пуху, мэн. Как у него ник? Эфко. Эфко, Эфко. Спецназ. Покажи пуху. Подожди, ёб твою мать. А как здесь покупать это? Ну, то есть, если я не успеваю. На что нажимать, чтобы купить вещь? Да ты крутой. Как закупаться вообще повторно, ребят? Нас 9 вентиляшки, чувак пишет. А если, допустим, я случайно закрою, нельзя заново открыть? Еще раз, с гранаты не слышал. Говорю, если я случайно закрою меню, и походу мы все здесь сейчас сдохнем, ребята. Не, нормально, дефаемся. Я говорю, вот я случайно менюшку закрыл. Можно ее заново как-то открыть? Так, чувака. Чувак, чувак, сейчас упадет, смотрите. Да, я там сам разберусь. У нас один упал. Нет, его съели. О, баба. О, гляньте, она чем-то кидается. Ну-ка, я ей в ответочку. Гранаточку лови, паскуда. Чё, нормально, да? Ёб твою мать, это...
Ребята, у нас проблема, они сзади заходят. Там подсаживает зомби его. Отлично, мы выиграли. О, да, детка. Игра автоматически сворачивается в окно. Вот так вот сделано, ребятки. То есть, прикольно. Так, что у нас тут вообще? Давайте-ка... разберемся. Зомби-герой. Режимы игры. Комнат. Так, играйте в KSNZ и получать предметы. Ну, это прикольно, да. Банлист, улучшение зомби. Легкие зомби. Зомби, который появился в результате ужасного эксперимента, использует навык невидимка, который маскирует. Первый зомби был найден в лаборатории, обладает небольшим ХП, использует берсерк для мощи. Видо зомби. Когда-то давно один вуду пожелал стать зомби. Использует заклинания для лечения союзников и проклятия врагов. Тяжелый зомби. Слушайте, я хочу за эту бабу поиграть. Когда все навыки достигнут уровня 5, вы сможете улучшить своего зомби. Ясненько. Так, Рязан-сан, мой ник, ребятки. Опыт, вежливость, средний. Это вообще откуда это все взялось? Это кто-то мне там сам делает? Ха. Так. Семья. Хотите семью, ребят? Давайте я создам свой клан. При создании клана будет вычено. Хотите продолжить? А сколько у меня очков? У меня вообще первый уровень. Не, у меня, походу, мало очков. О, магазинчик. А, во, у меня 397 тысяч. Ребятки, я сделаю свой клан обязательно по этой игре. Ну, если, конечно, выпуски пойдут. Так, 25 тысяч. А, это за рубли покупается. Набор для оружия. Ну, в принципе, можно будет купить. Суровый штурмовик. Это для зомбарей, да? Ну, тут магазин такой крутой. Только бабки. Если честно, мне это какой-то Warface напоминает. Или Point Blank. СМС. Это типа сообщение. Ну вот, такая, в общем, игрушка, ребятки. Ну, давайте, я не знаю, еще сыграем. Базовый. Классический. Разные режимы. Сервов полно. Тут вот настроечки можно сделать. Побег. В этом режиме команды поделены на маленькую группу зомби и большую. Большую группу, мать твою, людей. В течение определенного времени зомби должны найти всех людей и превратить их в зомби. В то же время их задача людей сбежать к назначенному месту. Сценарий зомби. О! Вот это хочу поиграть. Начать игру. Это интересно. Мне интересно, вот... нормально или нет? Я потом проверю. Она как бы... открывается... О, тут еще разные показатели идут, смотрите. Спецназ. Давай за нас, давай за газ. Так, мы можем за разными людьми смотреть. Карта. Ну, о! Отлично. Рекомендуем оружие, предыдущее оружие, открыть меню магазина. Во! Ну, пулемет здесь самая крутая тема, мне кажется. Хотя, может быть, когда я уже поиграю в эту игру, больше разберусь. Мы будем лучше в ней разбираться. Так. А как закрыть эту хрень? Я бей, нажимаю, ничего не происходит. Я хочу дробовик. А патроны как закупить?
Так. Как патроны купить? Бою-бою. Да. О, да, детка. Нихера себе я патрон закупил. Так, чё, куда нам тут идти вообще? Здорово, ребята. Вот такой помахал. Так. Блин, такая музычка такая вдохновляющая. Ну ладно, побежали. Да вообще такой карту... Карты не было. Я первый раз такую карту вижу. Что нам тут делать? Counter-Strike Online 2008, I am back. О, господи. Что это было? Ёб твою нахуй! Килл. Сука, он меня даже ударить успел. А, бабы эти бегают, охренели. Чуваки, давайте вместе будем. Вау-вау-вау-вау-вау, они бегут. Вы перешли на новый уровень. Слушайте, а вот этот режим мне нравится. Да и вообще все режимы крутые, судя по всему, в этой игре. Тут еще и негры бегают, господи. Так. Идем дальше. Нихера себе, орда. А, они отсюда лезут. А что у нас тут? Тут темно. Тут дым, поход какой-то был. Отлично, мы прорвались. Good. Отличная работа. Так. Desert Eagle. А, еще я хочу купить себе... А, ну, в принципе, нормально. Ну-ка, проверим. Ну, такое. Не очень. Пистолеты эти. Против такой оравы с зомбарей. Давайте дробовик в руки и пошли разнос. Так, а тут надо пробить, я понимаю, стену. Надо помочь ребятам. Я прикрою. Бабы, бабы лезут. Ты куда? На кухню пошла. Сука. Ёб твою мать, они сыпятся как дождь какой-то. Дождь из зомби. Твою мать, меня схватили. Нет, 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 нет. Так. А, винтовка. Ну-ка, автоматы какие тут вообще есть. Мне вот этот вот всегда нравился. Так, а можно как-то тут залечиться? Или, походу, нельзя? О, господи, что это? Это что еще за крики? Все с пулеметами, один я с автоматом. Так, мне дали 4-й уровень. Ребята, тут как-то можно прокачивать уровни, или они сами? Это все молчаливые здесь. Так, мы почти достигли нашего места назначения, но тут зомбарей просто жопа. А, вот этот Вуду лечит их. Тварь. Он хилится. Черт возьми, меня сейчас хватят. Нет, ребята, вернитесь, меня тут жрут. А-а-а, суки. Так, и меня съели. А, тут можно появляться. Не, надо пулемет ставить, потому что... Автомат хоть и крутая тема, но видите, с пулеметами бегают, это реально помогает. Тут чертресты. О, у него крутой. Так, пулемет, пулемет. Я хочу вот этот К3. 4000 он стоит. А что, не покупается?
Ладно, побольше мы закупим этих патрончиков. О, господи, музыка закончилась. Так. Аудио тут действительно мощное, и музыка. Давайте чуть потише сделаем. То есть своих мыслей не слышу. Кафоманов, коварми. Это классика, как там говорится? А вот. Блин, мне эта игра нравится. Но это классика, КС-очка. Ту же КС-очку 1.6 сделали бесплатно и добавили небольшой донатик. Который, в принципе, ну так, не особо важен. Что по счету у меня там? Уровень 4, у кого-то уже 63, охренеть, задры. Чувак такой закупается. Да твою мать, сколько их тут? Это с крупнокалиберного херачит по ним. Твою мать, их тут реально много. Надо как-то прорываться. Ребята, давайте, не боимся, пошли вперед. Вон, Ника, Ника, красава. Тут, походу, немножко пингует. Глядь, он его херачит с руки. Нет, мужик, живи. Черт, 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 они бегут. Мы почти прошли. Давайте, ребята, вперед. Твою мать, это хуже, чем в ходячих мертвецах. Воу-воу-воу-воу-воу, какая графонистая машина. Нет, меня зажали. Так, херово вам тачку. Куда нам идти? Да твою медь. Кстати, у меня очень плохо с патронами, надо закупиться. 100 хп. Так, 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 быстренько, быстренько. Давай. 500 максимум. Нет. Меня сожрали. Просто забили. Эти тут что-то отстают. Мы там уже гляньте, где были. Ну-ка. А, все, мы там откинулись, да? Сейчас я появлюсь. Так, что у нас тут из оружия? Есть снаряжение. Не граната, а что это такое? Так. Надо нормально разобраться уже в этой игре. Купить при следующем возрождении. Так, что еще? Что тут крутого есть? Пулеметик. Закупимся максимум патронов. Так, ближний бой, нож пехотинца. Ну, у нас такой же. А, вот это вот как купить? Вот, отлично. Так, разбираемся дальше. А, ну и все, в принципе. Тут все просто, на самом деле. Так, ты, сука. Вот, все нормально. Побежали в бой. А давайте еще поиграем минуток 5. Потом кое-что вам расскажу. Хотя зачем? В конце, давайте сейчас. В общем, игрушка мне реально понравилась. Охеренная тема. Если вам понравился выпуск, конечно же, лайкайте, ребят. Чем больше лайков, тем больше выпусков. Это естественно. Вот, и... Может, клан какой-нибудь сделать, где набирать подписчиков, будем вместе с вами херачить, убивать их зомбарей. Зомби усилили их атаку. Ага. Надо помогать ребятам.
Сейчас, сейчас, ребятки, я бегу. Фига себе, он тут это... Ого! Вот это он бахает, ну-ка, на скриншот. Папёна! Бабу мочите! А чё ты меня грызёшь, сука, за жопу? Воу-воу-воу-воу-воу, так. Мне кажется, ли вот эти вуду самые такие имбовые? Потому что баб, допустим, легко убивать, я, наверное, буду за вуду играть в онлайне, где там друг против друга. Воу, это что мне прилетело? Они когда бьют, такое чувство, как будто по мне стреляют. Так, нормально. О, Ника. У него... Ника, 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 подойди. Что это у тебя на голове? Ха! Это прикол. У меня уже тем временем 12 уровень. И вот мы прошли. Что тут... А, надо стены ломать, я понял. Давайте сломаем. Только тут, правда, еще и зомбари. Ломайте стены, ребятки. Там, я не знаю, трое чисто по стенам стреляют, остальные прикрывают. Быстрее сюда. Вон Ника, красава, с ножа херачит. Вау, фига себе. Давай, давай, Ника, давай. Красава. Прикроем его. Давай, 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 я прикрою. Пошли нахер от Ника. Ника, брат, перезаряжаюсь, подожди. Ника, живи! Такая жесть творится. Посмотрите, как он старается. Ха-ха, как он прикольно это делает. Ах ты, сука. Да сколько там жизни? 6000 осталось. А, мать твою, патроны кончились. Отлично. Ника, брат, я умираю. Скажи моим детям, что я сражался ради их будущего. Так, мне хочется другие пухи попробовать вообще. Винтовка. О, калашик. Так, винтовка. А чё он не покупается? Вот как-то через раз. А, мы выбираем эти... Вот здесь вот оружие. Я понял. Так. Автомат. Так, подождите, сейчас, сейчас я оформлю все, ребятки. А где... Ну ладно, М4 тоже пойдет. Во. Так. Пистолет. А есть парные? Урон, точность. У Дигла самый большой урон, его возьмем. А потом снаряжение. Вы не можете больше унести, окей. Так, ну что, закупаемся патронами. Мне 21 тысяча денег. Мне столько бы, когда играем по сетке там. Господи, сколько можно патронов купить? Так, у нас гранаточка.
О, вот этого я понимаю. 462 патрона на дигле. И М16. О, да. Раунд пройден. Ну, я там старался как мог, прикрывал ребят. О. Следующий раунд. Ну, давайте его поиграем немножко. И я пойду. О, Ника пишет. Красава. Красава, красава, Ника. Фига себе, у нее перчатки. Вооруженный самозванец был обнаружен в Z1. Исследователи уничтожили ваши документы и быстро эвакуируетесь. Подготовка и активация аварийной системы защиты. Господи. Приказания доктора Рекса являются приоритетом. Господи, тут, конечно, сюжет. Чё ты... Чё он делает? Ника, брат, ты чё? Я ж тебя прикрывал. Ёб твою, потолок падает. Босс, сука! Это чужой хищник! Я не знаю, мочите его. Нихера себе, он огромный. Ёб твою мать! Вау! Он на один удар убивает. Я себе такой же пистолет хочу. О, отлично, у нас есть калаш. Вот это босс, тут сейчас все рухнет. Так, а если он разрушит последнюю вот эту хрень? Нету, за что ты меня бьешь? Я что, помазан, что ли? Ну, конечно же. Это закон подлости. Так. Ну он опять за мной идет, а иди ты нахер! А, черт! Ребят, тут мелкие зомби набежали. Твою мать, это такая жесть. О, тут еще и огромные. Тут даже и не знаешь, убивать мелких или по-огромному стрелять. Так, у нас же есть граната. Лови, паскуда! Твою мать, меня окружают. Так, ежедневная миссия истребления зомби завершено. О! Вот это, я понимаю, это такая няшка была. Это жирный. Вот видите, если вы будете жирными, вы станете зомби и будете вот такими вот страшными. Или это ж пуч. О, исчез. Походу в дотку улетел. Половина хп у босса снята, еще половина надо снять ему. А что случилось? Где мой автомат? Что происходит? Петушка мы наведем. Я люблю разнообразное оружие. Не люблю с одним бегать. Тихо ты! Ёб твою мать! Ребята... А, я понял. Вот эта вот его способность. Она сбивает как бы оружие. Так, толстый, толстый. У меня 17 хп, я тут умираю, походу. Хотя... А, да. Так, винтовки. АВП. О.
Давайте с АВП попробуем побегать. Видите, он поставил пулемет и как с турельки как будто херачит. Твою мать, какой он огромный. Так, потренируемся с АВП-шечки. Ах ты, сука! Походу, он нападает на тех, кто ему больше всего дамага наносит. А, как вы знаете, с АВП один выстрел. Это, конечно, мощно. Но не в данной ситуации, тут потому что вообще такая жесть творится. Здесь надо что-то, ну или пулемет опять же, или вот типа... А, вот тут же команда, там с подствольником он был, по-моему, да? Или не он? А, это который скорострельный. Воу-воу-воу-воу-воу, он на меня идет. Вот, вот это вот... Крутая снайперка. What the fuck? Что за... А, он, вот он. Да. Это жесть. Инструмент для исследования среднего ур. Что за ур? Уровня. Ребята, это было великолепно. Всем спасибо. Смотрите, как он радуется. Все рады, стреляют вверх. Круто. Ну ладно, спасибо, что смотрели, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это был первый смотр Counter-Strike Nixon Zombies. Ну и... Так, level up. Promoted. Второй уровень все мне дали. Это общая прокачка. Типа... Да, игрушка охрененная. Буду играть в нее. Давайте, всем пока. Если хотите, создам клан. Буду туда приглашать людей. Будем вместе играть. Ну и, не знаю, следите за подробностями на моей страничке ВКонтакте, vk.marizanx. Ну и подписывайтесь на канал и лайк поставьте, конечно, чтобы побольше просмотров было. И чаще выпуски тогда будут. Давайте, всем пока, удачки. Печалик.